15 апреля состоялся турнир по дзюдо, посвященный сразу двум значимым датам – 105-летию со дня образования ФСБ России по Омской области и столетию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Борьбу за медали вели 135 спортсменов 11-12 лет. Я хотел бы всех поздравить с очередным праздником, праздником спорта, праздником борьбы, праздником при этом товарищества. Несмотря на то, что дзюдо, как и любые единоборства, являются единоличным видом спорта, вот именно в таком противостоянии куется настоящая дружба, настоящее товарищество и братство. Я желаю всем ярких положительных эмоций, всем победы. Сейчас очень важно доносить ребятам правильную историю нашей страны, формирование вот силовых структур, спортивных обществ. Вообще, как бы, таких вот правильных вещей, которые формируют молодого человека на таком вот раннем этапе. То, что они занимаются спортом, это очень здорово, это очень хорошо, это очень мотивирует. Юные дзюдоисты стремились действовать в рамках классических канонов дзюдо. Применяли броски ногами, зацепы, подсечки, перевороты в партере и старались показать красоту популярного единоборства. Соревнования мы готовился неделю. Отрабатывала три основных броска: зацеп, подсечка и передняя подножка. И у меня есть преимущество, то, что я их хорошо выучил, и на татами я их делаю и выигрываю. Классный турнир, я выступаю на нем с хорошим настроем. У меня получаются броски бедро, зацепы, подхваты, спина. Я очень доволен своими бросками. По итогам турнира золотые медали выиграли представители клуба «Витязь», 17-й и 19-й спортивных школ, а также дзюдоисты школы имени Олега Охременко.